Добрый день, платье Голландия по очень-очень интересной цене. Ну, я могла бы сказать, что это платье лето, но не все тут платье лето, они тут на разные случаи жизни, и лето есть, и, ну, такие. Значит, начинаем. Итак, сарафанчик, это где-то примерно S, only, 38 размер. Красивое платье размер М, то есть оно длинное. Так, XS это Чиндем. Сарафан, вот у него так выглядит верх, есть завязки. И он длинный, размер М. Красивое платье размер S, то есть у него такие, знаете, воланы, которые будут драпироваться по бокам, размер S. Only 40 размер комбинезон, на резинке, украшен немножко, штанины. Это от мешка, пятна пыли, H&M 38, L2XL на резинке, но похоже внешне на S-ку. Туника XL Depth, хорошее качество ткани. Стоимость 1 единицы вы всегда сможете узнать, нажав ссылку под описанием. 44-й европейский, размер М. Веромода S на резинке. Длинная. А платье с открытой спиной, я думаю, что это размер S. Оно на такое выходное платье, длинное. Сзади очень большой размер. А вот кос по размеру 44 европейский. По ткани оно не летнее кос, но оно с коротким рукавом. Banana Republic, красивое платье, 12 размер. Оно, конечно, летнее. Размер 2, такая мини-платьишко. Платье комбинация, которые, собственно говоря, не выходят из моды, они пока актуальны. Разрез сбоку, большой размер, ну, я так думаю, 40. Платье рубашка с запахом, из тонкого трикотажа, так, по размеру М. Оно не длинное. H&M, похоже, что 40 размер. Летний сарафан на бретельках, здесь резинка, очень красивая расцветка, длинная. Тоже платье на особый случай, платье-комбинашка, размер S. Скоро выпускные, многие будут рассматривать. Пускай, может быть, не сами выпускницы, а платье атмосфер, 8. Ну, их родители будут рассматривать платье. Итак, здесь хлопковый верх, вот как маечка, и плюс еще вторая, ну, деталь тоже хлопковая. Это XL. Так. Попадаются новые платья, например, вот как это XL, а у него... нет подклада, то есть сверху есть подклад, а снизу нет. Такое ощущение, что оно должно на шорты одеваться. Ну, новое. Платье XS от Fame. H&M 36 размер платья. Сзади у него бант. Платье размер 44, но это итальянский, то есть это по-нашему эско, сарафан. H&M 34, XS на резиночке. Дресс M с красивой драпировкой, но у него длинный рукав. Вот шикарное платье, где-то примерно по размеру 44 европейский. Драпировкой красивая.
Only. У него короткая, здесь есть резинка, и посмотрите, у него практически полностью открытая спина, и есть перемычка, чтобы бретельки не спадывали. Размер не маленький, точно не S. Это размер M, платье-рубашка. XS, туника. Платье-комбинация, Джессика, C and A. Я думаю, что это S. Классный комбинезон, здесь отрезан логотип, но он большого размера, думаю, 40, может даже 42. У него нет бретелей, очень жаль, но он настолько красивый, и у него модный цвет, в этом сезоне модный цвет, что с пиджаком, с жакетом, я думаю, что можно что-то придумать с силиконовыми бретелями. Красивый. Стоимость здесь недорогая, единицы, поэтому можно будет что-то там поиграть, предложить. 2XL, красивое платье тоже, на резинке, юбка темная. Так, 2XL, туника, это туника, трикотажная. Платье-комбинация, 38 размер. Платье с драпировкой, размер S. Здесь тоже драпировка и запах, размер S, размер S, ой, M, простите, это больше туника, чем платье. Платье-футляр, 38. Платье H&M, комбинация, 40. Морелла, красивое платье. Здесь написано Made in Italy. Я подозреваю, что оно дорогое. Такое, знаете, маленькое платьишко здесь присборено. Красивое. Атмосфер, 16 размер. Esprit S. Сарафан M. Здесь платье сетка, оно полупрозрачное с драпировкой, ну как вот здесь не драпировка, а с запахом. Видно, что оно такой размер L, но у него нет подклада, я не знаю, то есть может быть здесь где-то есть, я вот не нашла. Это эсприт, вот такое ощущение, что это и есть подклад от какого-то платья, ну потому что это слишком простоватое. Атмосфер, 12 размер. Платье-футляр М. Платье с красивой драпировкой сбоку. Размер SM. Размер M. Вот шикарная туника. Я думаю, что судя по ее бедрам, вот они такие, то это не особо большой, но максимум L. Но трикотаж тонкий, как такой струящийся. Я думаю, что с размерами можно всяко. Джессика, М. С. Оливер. 40-й. Размер М. Сарафан. То есть у него верх получается на резинке. Есть подклад. И есть бретелька одна. Я думаю, что по размеру ML. Платье с драпировкой M. Размер M. И классное платье летнее, европейский 42-й H&M с карманчиком. Очень красивое. Это еще не весь лот. Платье L, у него сложный крой, драпировок здесь, я так думаю, есть ремешок, вот так вот выглядит зад у него, такая, видите, как спортивная спина,
Ну, то есть, я так думаю, что вот эти драпировки, они как раз-таки будут хорошо ложиться по фигуре и какие-то красиво обтекать. Мэкс, размер М. Размер S. H&M, размер M, плюс M. Размер L. Здесь тоже большой размер, сарафан на резинке. Средняя длина и шифоновая спина открытая. Размер S. Здесь размер M, то есть у него двойной слой, а здесь есть подклад. Он помятый, поэтому так вот странно выглядит. Так это M платье. S. На резиночке немножко. S. Вот это L. То есть, ну, это тоже сетка. Оно полупрозрачное, то есть тоже все равно что-то под низ. Размер L, сарафан. H&M 38. Esprit XL. Это просто туника. Как блузка. Здесь платье нарядное, Rinascimento, размер L. Размер S. Такое же Rinascimento, только черное, размер L. H&M Mama, размер M. Так, здесь 38 размер, это хлопок. Резинки. Тоже красивое платье. Размер 8, отделка. Широкие рукава, шифон, пояс. Не длинное. Я это платье уберу, черное, потому что у него сзади дефект. Туника S. Платье-халат 36 размера с запахом S, L, Vera Moda M, S, снова Vera Moda. Размер М, такая спина, не длинная. Комбинезон Only, размер 40, кармашки есть. Вилла L. Туника М, но это платье с драпировкой, двухслойное. Здесь сарафан, резинка, бретели есть одна. По размеру не сказано, но вот такое, то есть ML. S. Красивое платье, так, 40 размера, то есть по факту это сетка, и там есть трикотажная основа. Оно короткое, не длинное, средней длины. XS Depth на резинке. Два XL Didi, сетка и подклад. Два XL. Zara Basic. Так, размер M. На резинке. У него, видите, спина какая? Крест-накрест бретельки. H&M 38 размер.
большой размер, платье с бретелями большой. Ну, то есть я так думаю, что, наверное, 42 европейский. 40-й европейский. Это H&M. 42-й. Размер M. Большой размер, 2XL, наверное, с драпировкой. Средняя длина. Нарядное платье. Но нарядное оно, но оно простенькое. Ну, нарядное. H&M, 38-й размер, с запахом. Здесь разрезы по бокам. Джессика, тоже большой размер. Only, размер S. Мини. Тоже сарафан, он на бретельках. Здесь драпировка, размер S. Бирка отрезана, размер S. Большой размер платья. 2XL, это Etam, французский бренд. На резинке сарафан, это H&M 42. H&M 40. Тоже на резинке. Эль, туника. H&M 40. Красивый сарафан. Необычная расцветка с воланами на резинке. Размер S или XS. Футляр 40-го размера. Ну, эту расцветку ни с чем. Да, это Дэпт. Ее ни с чем не перепутать. Размер S. У нее еще, смотрите, у этого Дэпта подклад какой. Здесь такая с запахом штучка. Она большого размера. Вот у нее талия, атлас и такой ремешок есть. Здесь она перевязывается на шее. То есть такая конструкция непростая, но она большого размера. И у нее еще наискось идет подол. H&M M. L. С драпировкой, с запахом только сверху. И длинное платье, здесь резинка, здесь тоже резинка с бретельками, что-то можно придумать, оно практически ничего не весит, зато у него большой размер. Подробную информацию об этом лоте вы сможете узнать в ссылке под описанием.